Привет-привет, дорогие друзья, меня зовут Гудмен, и сегодня мы продолжаем проходить серию Rite of Passage, и на очереди у нас седьмая часть, которая называется «Меч и ярость». Ну и в русском переводе серия называется «Обряд посвящения». Да, друзья, очень славная серия была когда-то, но, к сожалению, обратите внимание, что если вы посмотрите на сайт Big Fish, первые части удостаивались очень высоких оценок, и там, по-моему, даже 4.6, 4.5, 4.4, вот такие примерно оценки были. Они, конечно, варьируются со временем, но, тем не менее, они очень высоко были оценены. И посмотрите на то, что ставят игроки сейчас данной серии, с учетом того, что половина из голосующих — это люди, которые распространяют ключики. Оценка на сайте Big Fish у данной игры, у коллекционного издания, 3.8. Очень низкий балл, и как для серии, то вот если даже вы поставите в ряд все серии и рядом оценки, увидите, что серия просто скатывается. То есть немного осталось до финала, по-моему, если я не ошибаюсь, 10 частей всего. И посмотрим, чем же все-таки разработчики, может быть, где-то удивят. Но я, честно, не питаю каких-то иллюзий по поводу того, что вот что-то будет супер классное. Итак, сюжет. Какой здесь сюжет? Как обычно, ролик первый я пропускаю. Там буквально 15 секунд, друзья. В общем, девушку растил дедушка. Родителей, по всей видимости, нету. Может быть, мы узнаем какие-то подробности немножко позднее, что с ними случилось. То есть он ее с младших лет, потом она школу заканчивала, потом институт, либо колледж. Вот. И как-то вечером они сидели, ужинали, кто-то постучался в дверь. Дедушка пошел, открыл, с кем-то он начал спорить. Была какая-то фигура в капюшоне, даже непонятно, женская это была, либо мужская. Вот. И потом девушка, наша героиня, открывает дверь, и дедушка пропал. Вот такая вот завязка, больше ничего, собственно, и нет. Так что все, наверное, можно приступать. Ну, как обычно, перед началом ролика, друзья, я хотел бы сказать огромное спасибо спонсорам и тем людям, которые поддерживают меня. Большое вам, друзья, спасибо. Буду продолжать и дальше вас радовать роликами. Главное, чтобы были силы на все это. Все, всем приятного просмотра. Итак, аж 5 уровней сложности. Новичок нас не интересует. Подмастерье без учебника. Мерцают только сцены поиска. Активные задачи. Так, что здесь? Без учебника советы поиск неактивные. Комбинированные предметы не обозначены. Штраф за беспорядочный поиск в СПО. Без учебника пропуск неактивный, не обозначенный. Вид курсора. Вот это вот хуже всего, друзья. Вот это вот. То есть мне все бонусы убираете. То есть давайте создадим, попробуем свой. Учебник не нужен. Задачи не нужны. Индикатор, ну, не будем. Задачи уберем, мерцание уберем. Сцены поиска, мерцание в сценах поиска, это что значит? Вот курсор я оставлю. Полезные сообщения тоже уберем. Советы уберем. Пазлы уберем. Короче, оставим только, чтобы курсор менялся, как мы любим с вами. В общем, только одна голая логика, ничего больше. Да, друзья, это любительский перевод. О, надеюсь, вы успели почитать от кого. Grandfather. This was one message I couldn't ignore. I had to get to Four Winds stations right away. Так, я знаю, что случилось с твоим дедом. Встреться со мной сегодня ночью на станции Четырех Ветров, ровно в 22:30. Так, надо сразу с этими объектами определиться. Экспонат не найден. То есть, может, это? А тут все какие-то узоры непонятные. Я пришла вовремя, а теперь посмотрим, правда ли это, или кто-то просто морочит мне голову. Новая цель.
Да, но задачи мы убрали, поэтому целей нету, собственно. Откуда он появился? Причем с мечом каким-то вроде бы даже. Так, мне надо понять, друзья, что за коллекционки мы ищем. Ага, вот такие, походу, узорчики. Может, вот это? Все. С этим мы разобрались. Как обычно, друзья, чтобы какие-то спойлеры не поймать, я не читаю достижения. Я про это как-то высказывался, просто не хочу повторяться. Hello, Kate. I'm glad you were able to make it. Может, дедушка твой такой стал? Who are you? And how do you know my name? It's me. I'm an old friend of your grandfather's. My name is Harold. Может, ведьмак из Ривии, нет? But there's no time for explanations right now. We're all in danger. Похож чем-то, только надо седины больше добавить и на мече знаменитый знак нарисовать. Так. Ох, ни хрена себе. А товарищ-то вроде как из родов джедаев. Draws power from the glyphs on the wall. We need to get rid of them. Давай, 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 работай. Быстренько, быстренько, все вытираем. Закрасить, а может с тестомеской здесь получится. Да, это такая выпуклая штука. Это не по стене размазано. Так, здесь все. Здесь точно надо протереть. Убрать стекло. Да. Еще не все, да? Так, вроде все. Потерял сознание, нужно привести его в чувство. Ну, явно не перчаткой. Видите, какие у них современные метро, друзья. Сразу все, что надо. И нашатырили этот. Все на месте. Круто. Tell me what's going on here. You have to warn your grandfather. What? He disappeared 20 years ago. I don't even know if he's alive. Сейчас начнется, он ушел, чтобы ты была в безопасности, ты не знаешь ничего о своих родителях, они были какими-то большими людьми. А с тобой что? Метро нас спасет. Да, можно было с собой его взять. Как-то некрасиво мы поступили, как мне кажется. Как удачно, что время позднее, в вагоне никого нет. Меня сочли бы сумасшедшие из-за того, что я разгуливаю с мечом. Что это было? Еще один воин мрака. Необходимо остановить поезд, или он столкнет его с рельс. Да. Тут как бы не все в порядке, я смотрю.
Так, что тут, что тут? Так, перчатками сняли. Так, нам теперь даже задания не будут писать, получается. От зеленой лампочки до красной, вращая части, проводки, все части. Все ясно. А тут все никак не задействуешь. Как... Крутите как хотите, но вряд ли получится все части. Хотя, блин. Блин, что-то не то. Так реально, а если все, то как это можно сделать? У меня даже представления нет. Как вот эту, допустим, использовать? То есть я провел, и вам все равно этого мало, да? Все части должны быть задействованы. Вы представляете, что такое значит «все»? Вот как вот это вот можно задействовать? Я не понимаю тогда. Может быть, сюда что-то уходить должно? Тогда, в принципе, возможно, это как-то... О, блин. Да ну, тут все невозможно использовать. Я не понимаю, как можно все использовать здесь. Пока эти никуда не уходят. Блин, я все равно не согласен с таким решением. Ну, в принципе, логика понятна, да, но то, что куда-то они не соединяются, то есть как-то вот это меня, наверное, немножко смутило. Так, друзья, первая сцена поиска. Ну, у Mad Head Games с поиском должно быть все отлично. По-моему, здесь даже морфинг-объект может быть. В целом... Ради какого-то дополнительного челленджа в этот раз я, может быть, чтобы немножко веселее было играть, я попытаюсь, друзья, но не обещаю, потому что с морфингами, кто меня смотрит, тот знает, у меня всегда большущие проблемы. Уж не знаю почему, но, как правило, не получается у меня легко их искать. Вину тому либо, ну, какая-то моя такая... сильная невнимательность, либо слишком большой экран, что у меня просто глаза не охватывают вот всю картину разом. То есть мне надо вертеть головой, чтобы... Видите, как я жалуюсь? То есть большой монитор, а это плохо. До чего дожили? Ну это ж сок. А сок я уже... Нет, только вот фруктовый сок, нет? Блин. Ну, честно, пока я никаких морфинг-объектов не вижу. Я найду все предметы практически, а потом посмотрю. Может быть, найду что-то. Ну, точнее, не все, а одну оставлю, один предмет оставлю. Рация и компьютерная мышка.
Так, ну что, друзья, морфинг-объект, может, зря я в это ввязываюсь, не удается мне их искать. Вот, я, честное слово, я быстрее бы все нашел, я просто посматривал периодически на локацию, но я не вижу, чтобы здесь что-то менялось. Нет, друзья, я не вижу. Не знаю, где морфинг объект. Не знаю, друзья. Надо отдельно этим заниматься. Мне не хочется темп игры терять. Хочется вот. Mad Head Games, у них всегда очень. Как это максимально возможно в этом жанре, у них максимально динамичные игры. Как бы это глупо не звучало по отношению к этому жанру. Магический меч. Так, и что? Мне надо одинаково искать, я так понимаю. Где там? Кто-то куда-то надо. Ага. Все, я понял. Угу. А че что-то как-то сдался? Мы без этих, без каких-то особых умений так справились легко. А где водитель? Метро. Туннели тянутся на сотни миль. Проще поискать выход на поверхность. Ну, прям уже на сотни миль. Так, мы где вообще? Ага, вот мы. Прикольно сделано, мне нравится. Я люблю лабиринты проходить. И что мне это дает? Так, либо я что-то не понимаю, либо здесь что-то до ужаса простое, я этого не вижу. Мечом надо рубануть? Блин, ну... Ну, блин. Вот здесь же палочка это, ну, точнее не палочка, а доска это нужна будет. Да, ну да, 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 да. Вначале надо дойти туда, а потом уже использовать. Так, куда-то выбрались. Я это сделал. Все, сколько вообще этих? Дедушка звонит, заботливый. Экспонат, сколько их всего, блин, не показано. Жалко. 4, 10, 17, 25. Ух ты. 32 локации. Многовато. Hello? Kate. Kate, you have to get out of there. I sent a car for you. Just get in. Wait, who are you? Не узнала голос. Не узнала голос родственника, который о тебе заботился все эти годы. Эх, да. Ну, вы знаете, опять же повторюсь, мне нравится вот у Mad Head Game всегда, что у них динамично события разворачиваются, то есть там нету какого-то вот это место там 20, ну там точнее там 5 локаций, ходим и полчаса по ним. Нет, тут все быстро.
там пару действий, клип-клип и пошли дальше. То есть, в принципе, я уверен, что у Madhead Games есть и свои фанаты. Так, ну все, все взяли. Нет, не все. Проблема, как она решается, не знаю. Надо что-то еще поискать. Так, в сумке точно что-то будет. Сейчас ножиком что-нибудь. Ага. А теперь... Нет, соль, магнит. Применят брифкейс. Ну, это не так переводится, брифкейс. Можно просто сумочка, барсетка перевести, но никак не брифкейс. Это... Да, непонятно, что делать, если честно. Может быть, притянуть или этим как-то? Нет. Ну, как бы магнит есть, да, но что-то... Надо, типа, на какую-то веревку повесить, что ли. Интересное решение, но... Так, там, видимо, надо что-то смазать. Вот эту пилу, наверное, будем смазывать. А чё не тащишь? Вот хочет же сплошной путь, смотрите, хочет сделать. Так. Интересный пазл, кстати. Да, и не факт, что я сразу правильно выбрал здесь. Надо подумать еще. Вроде красиво. Так, нет. Нет. О! Интересный пазл. Вы знаете, мне нравится... Головоломки здесь, они не то чтобы решаются, вот знаете, как вот мы прошли только что, как это, Cursed Case, и там все пазлы решались, ну буквально там, я не знаю, за минуту практически все здесь, такого я не могу сказать. Вместо ножовки теперь солью размажем. Так, я так понимаю, здесь сейчас что-то будем выпиливать, нет? Или сумку будем выпиливать, нет? А что тогда делать с тобой, как бы, действие? Что, здесь? Нет? Так, хорошо, друзья, мы много чего сделали, но... Ну что дальше? Столб, нет? Слушайте, а что еще можно тут сделать? Ага, ясно. Еще лавочка тут была. Наверное, сейчас как это будем использовать, как противовес такой, да. И сцена поиска. Так, друзья, давайте плюнем на эти морфинг-объекты. Кто хочет, вот, пожалуйста, потом самостоятельно можете позаниматься. Я просто потеряю время, я уже даже, честно, и не рад, что начал вот искать. Если получится, я найду. Вот сейчас я видел, что бабочка поменялась, но вот просто вот так сидеть и выискивать я уже... Нет, у меня нет желания. Вот, кстати, очень важный момент. Как они спрячут верблюд и лиса? Они должны быть... Отлично. Вот здесь очень важно, чтобы здесь тоже курсор менялся, потому что было бы совсем сложно. Если бы мы не знали, что делать, просто пришлось бы потом тыкать по всей локации, чтобы найти...
Где же они спрятали эти объекты? Так, хорошо. Хорошо. Кларнет, робот-волк, игрушечный рыцарь, конверт, значок шерифа, расческа, верблюд. Блин, такое ощущение, что здесь еще какая-то подлокация, где-то приближение какое-то, может, или мне кажется. Наверное, все-таки кажется. Ага. Вот верблюд. Так, дальше, 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 дальше. Вот свалка здесь, конечно, такая интересная. Предметы они, вы знаете, неплохо спрятали лично. Мне приходится так напрягаться, чтобы найти. Так, а вот расческа, это, конечно, вроде бы простой предмет с одной стороны. С другой, как еще его увидеть, эту расческу? Вот, вот здесь где-нибудь вполне могла бы быть расческа. Или вот здесь, видите, вот такие вот, типа как для гребня сделанные прорези. Не так просто добавили их, это очевидно. Блин, ну я не вижу, слушайте, ну где же ты делась? Да, тут, друзья, и безморфинг объектов хватает. Я не вижу, что делать. Проверю эти три. Нет. Расческа. Да нет, ничего нету. Слушайте, я не знаю, где расческа. По краям экрана не вижу. Вверху, внизу тоже нет. Ой, боже ты мой. Началось. Ну что, друзья, по старинке просто буду клацать туда, где не понимаю, что изображено. То есть, либо не могу рассмотреть. Авось где-то и попаду в точку. Вот здесь, кстати, как-то карточки эти тоже. Вон она, блин. Ну, видите, они специально вот эти вот шланги добавили там. Всякие там радио здесь и прочее, прочее, прочее. Так, у нас есть теперь отмычка. Отмычка это сюда. Да вы смотрите, какие засранцы. А как это сделать? Так, это мы поняли. Я что-то не понимаю, почему оно как-то и не слушает, и не это, и не уходит. Ну вот, надо найти какую-то, что ли, общую переменную, чтобы она... О, блин, супермозг, тут реально супермозг нужен. Так, ключ от ворот. Ну, это не все, наверное, надо... тут что-то ж еще было. Барсетка еще осталась. Опять эти демоны. А нет, опять символы, сейчас появится монстр. Бегом отсюда. Я бы так в машину эту не бежал бы. Прыгать. О, Пёсель опять знакомый. О, да. Эй! Hey. What are you doing? Open this door right now. Я же говорил, не надо в машину садиться.
Ну это свои вроде оказались. Привет, дедушка. I want an explanation, and I want it now. Kate. Oh my God. It can't be. Grandpa? Да, ушел, ничего не сказал ребенку. Ну тогда не ребенок, женщина, но все равно. Where did you go? Why did you leave me? I'm so sorry, Kate. I had to. Высокие цели. No time for regrets now. We have work to do. Inside the house, there's a book called Journey to the Night World. You need to find it. I'll get everything else ready. Ready for what? For the ordeal that awaits us. I'll explain everything once you've found the book. Hurry back, little one. Don't worry, Kate. I'll see you soon. Начинается. Загадки, загадки, секреты. Окажется, какая-нибудь банальщина, как правило. Но как бы я не хотел, друзья, немножко, так знаете, поёрничать касательно сюжета, но, друзья, это составляющая этих игр. Вот, она, как правило, всегда не очень интересная, но что сделать? Многие любят этот жанр не за вот сюжет интересный, а за сам геймплей. Вот в лес. Угу. Тут не хватает деталек. Тут надо что-то... Слушайте, можно ж воды тут набрать, наверное. Скотч из бумаги, плоскогубцы. Тут надо что-то положить. Угу. Давайте в лес сходим. Что в лесу? Взяли топор. Не очень понимаю, что это такое. Может, этим как-то нет? Так, хорошо, слушайте. Вторая часть будет, скорее всего. Хорошо, а где третья? Мне как-то от этого не легче. Почему эта подлокация не закрывается? То есть тут что-то еще осталось? Лопатка, топор, лист бумаги, скотч. Слушайте, так обидно. Вроде бы. Вроде бы. Может, тут что-то еще можно подобрать? Нет, тоже пусто. Вот вам, друзья, и это. И ступор. Да, проблема явно не решается. Блин, ну... Мы все же правильно делаем. Что ж тут еще осталось? Может, какая-то подлокация где-то пропущена? Да нет, тут ничего нету. Ага. Там что-то закопано. Сейчас пойдет. Африка. Так, фиолетовая плитка. Угу. Я так понимаю, поставишь одну, откроются другие. Вот так потихонечку надо открывать. Ну, мы с таким уже сталкиваем. А, ну это вот отсюда точно идет, вот эта вот часть. Значит, здесь надо просто логически думать, что куда. Может быть, сюда? Нет, не совсем. Это сюда точно идет. Это, скорее всего, сюда. Вот это отсюда. Так. Это правильно. Может, это отсюда? Нет.
Так, по-моему, что-то вот это открылось. Этого раньше не было. Так, так, так. Эти две трогать нельзя. Нет. Слушайте, жить, конечно, блин. А можно? Нельзя, эти закрыты. Вот жалко. Ну, как бы вроде подходит, но в то же время нет. Не получается простецкий пазл решить, друзья. Да, Mad Hat Games постарались в этот раз. Вы знаете, я чисто ради пазлов. Ну, как-то ближе, кстати, я бы сказал. Да нет, опять неправильно. Тут что-то есть похожее. Ну, точно не это. Ну... Похоже, тут есть какие-то похожие элементы. Ну, блин, но в то же время мне не нравится, как тут все совпадает некрасиво. Правильность. Почему? Либо я тут что-то тупо не вижу. Вот эта вот картинка идет сюда. Но это как пить дать. Вот это вот сюда. Это идет сюда. Это идет сюда. То есть вот эти три картинки. А вот это куда идет? Это походу отсюда. Значит, вот эти три мы распределили. Четыре. Значит, надо вот эту куда-то картинку вставить. Я не понимаю, блин. Знаешь, куда вставлять другие? Почему они не открываются? Может, тут какая-то другая механика? Я что-то не понимаю. Ай, твою мать. Идиот просто. Идиот. Так. Да все просто, блин, сидел, ждал чего-то. Блин, вот понимаете, в чем проблема? Сам себя настроил на то, что этот пазл решится вот таким способом, как я сказал сначала. То есть
ты, допустим, складываешь правильно там одну-две части, и потом, и потом открываются другие кусочки. Вот есть такие пазлы, может быть, кто-то знает, помнит, ну, в общем, со мной согласятся. Я себе это в голову вложил и сижу, жду, меняю, почему ничего не получается. То есть реально туплю, блин. Хотя это, блин, давно можно было решить. Тут ничего такого сложного нету. Может, я не с той ноги встал, но как-то сегодня... Может, пазлы не такие сложные, я как-то сегодня плохо соображаю. Ну, тоже может быть вполне... Так, топор, лист бумаги, скотч, кисточки. Вот и нужная нам с дедушкой книга, да. Только она, как обычно, запечатана на 1000 этих кусочков. Ясно, что ничего не ясно. Хотя, если взять за основу геометрические фигуры, то можно решить. Так, что тут осталось? Надо еще Северную Америку поместить. Стоп. А еще и карандаш. Да, где-то надо приложить лист бумаги, потом карандашом помазать. Мы какой-то код где-то запишем, но это понятно. Итак, часть панно, карандаш, патель, кисточка, тут все. Давайте пока выйдем, шахматы решим. Ах, начинается. Надо фигурки в определенном порядке расставить. О каком? А кто его знает, каком? То есть, панно один кусочек не хватает. Тут я даже понять не могу пока, что надо. Тут мы что-то не знаем. Короче, надо в доме пока подумать, что еще можно сделать. Что осталось здесь? Осталось найти Северную Америку. С этим как бы все. Что осталось здесь? Бумага и карандаш. Вот как фигуры должны располагаться. Я думаю, какой-нибудь мат, что ли. Да нет, короля второго не хватает. Короче, неважно. Это решается вот так. Так, ручка от стола, панно. Так, ну хоть тебя-то я нормально решу, нет? А, надо еще соседний двигать. Ну, конечно. Так. Один кусочек есть. Одного явно мало. Так, почему локация не исчезла? Что-то еще. Рубиновый глаз. Боже, дают предметы, которые я даже не знаю, где использовать. Второй рубиновый глаз. Деталь от замка в дереве. Да, там замок в дереве был, вы серьезно? Ага. Так, этот пазл я тоже знаю. Надо поставить замок в таком порядке, чтобы он сложился. Знакомый тоже пазл. Я бы, наверное, с этой бы начал. Нет. Вот так. И... Классный замок такой, кстати. Прикольный. И, друзья, у нас другой вид поиска по силуэту. А тут еще даже интереснее, это предметы использовать. Это вообще классно. Ну, классно, наверное, да, но вот что-то здесь с трудом что-то находится. Можно просто поводить и все, и там все предметы, в принципе, и так находятся.
курсор меняется, как бы, и вот здесь в данном случае это очень просто. Ну, или просто можно было выбить, как бы, ну, все равно кинул же, правильно? Осколков нету, ну, как-то вот, единственное, что, наверное. Так, красный шарик, зажигалка, картина, треугольник. Угу. 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 Так, взяли. Возьмем свечку. Не знаю зачем, но возьмем. Поставим свечку, зажжем ее. Будет какой-то пароль 283. А, 28314. Надеюсь, ты запомнишь ее. Или очень сложно. Не, ну пока здорово. Но опять же, друзья, это только буквально первый час игры. Они всегда первый час игры делают шикарным. А вот дальше потом начинаются, как правило, всякие там разные проблемы. Поэтому я не буду пока ничего говорить. Не, что прячут здорово, и мини-игра получается шикарная такая вот. Действительно, надо помозговать здесь по полной. Кусочка не хватает. Где-то надо вот, вот эту вот фигню использовать. Ну ясно, по контурам теперь собрать. Угу. Ой, не... Оп. Вот здесь. Хорошо. Ну, вот, собственно, и наша цель поиска. Ставка ящерица. То есть, как бы это все равно проблему не решает. Где эти рубиновые глаза использовать, я, честно, пока не доезжаю. Я подозреваю, что, наверное, здесь. А я вот на эту штуку все смотрел. Я вообще на это не смотрел, на глаза его. Хотя по опыту мог бы догадаться, что там какой-то рог, глаза, челюсть. Вот надо смотреть в первую очередь. Так, что-то очень интересное, но ничего не понятно, да? Я не знаю, что с этим делать. Так. Мы увидели секретное знание, и мы нашли его. Это портал к другому миру. Это, друзья, стандартный вариант поиска предметов, вот конкретно, ой, не поиска предметов, это стандартный вариант подачи сюжета, вот именно у Rite of Passage, вообще, в принципе, у этой серии. Так, а вот это вот даже непонятно, куда это можно использовать. Может, корешок сюда, типа, нет. Вот что это такое, как вы думаете? Так, а это что? Коса, может быть?
точно. We were the world's best swordsmen and adventurers. To us, it was simply another challenge. Видел я вашего фехтовальщика, которого один демон с одного удара вынес. After a long search, we found the wellspring and opened the portal. Так, что дальше? Confident. Nothing could have prepared us for what lay beyond. Я даже не подозревала, что дедушка и его друзья были искателями приключений. I see you found the map. You should hedge the wellspring right away. Ну и хорошо. И почему ты оставил племянницу? There are night callers here. I'll hold them off. Go on, go. No. I only just found you, Grandpa. I won't leave you. You have to, Kate. There's so much more at stake than just you and me. The night callers are heading for the portal in the Wellspring Cave. You have to get there before they do and close that portal. Ну ладно. Главное, чтобы друзья, они как в прошлой части Riot of Passage, не испортили все вот этими повторяющимися мини-играми. То есть вот эта мини-игра, которая сейчас была представлена, то есть там она, ну, блин, это терпимо. Ой. То есть тут что-то есть. Я даже не понимаю, куда можно идти, куда нельзя. Ага. Старый пень, большой куст, дуплистое дерево. Угу. То есть можно по двум ходить? Нет, нельзя. Интересная интеграция. Это, наверное, есть то самое место, но где же пещера? Наверняка тут что-то где-то спрятано. Так, давайте искать. Это какой-то шифр, кстати, был 100%. Ага, мы же все поубирали. Так.
Интересно. Почему там 4 стоит? Раз, два, три, четыре. Он четвертый или что это значит? Всего? Стойте, может быть... Если я просто любой другой нажму, он тоже не сработает. Я так понимаю, надо ввести... Сколько тут всего? 6 символов? Да, все верно. Надо ввести правильно 6 символов. То есть это точно 4-й символ, если я... Или же он... Нет, он получается 4-й. То есть это либо 2-й, либо 3-й, либо 5-й. Если, опять же, друзья, я ничего не усложняю, я только вот так могу рассуждать. То есть этот наоборот, может быть любой, кроме первого. То есть из первых остается только 3, смотрите. 3 символа. Этот может быть, но вряд ли, потому что за этим, значит, он не подходит на первый символ. Он первым быть не может. Он тоже. Значит, методом исключения... Так, ты не можешь... Ты не можешь, ты идешь пост, то есть он либо третий, либо второй, потому что за ним идет... Нет, он точно второй. Вот это второй символ, 100%, это третий. Значит, первый символ, вот его нигде нету, второй ты, третий ты, потом четвертый, потом пятый и шестой. Как неправильно? Я все правильно перепутал. Блин, перепутал, друзья. Все, сейчас исправлюсь. Первый. Потом идешь ты. Потом идет ты. Четвертый здесь. Потом идешь ты, потому что это последний. Осталось только два, и, соответственно... Ну да, я в прошлый раз просто поспешил. Интересный пазл. Ну, такой на логику. Ничего сложного, но вот немножко надо было порассуждать. Знаете, Madhead Games радует меня в этой части головоломками. Не знаю, я оттащусь от них. Кому там что не нравится, не знаю, идите вы в баню тогда. Но мне все нравится. Так. Главное не договориться. Так, это правильно. Теперь надо здесь найти правильную последовательность. Так. Угу. Возможно, это ты. Так, здесь готово. Дальше. Пам-парам-па-пара-пам. Пам-парам-па-пара-пам. Так, нет, не ты. Возможно, ты. Нет, не ты. Так, а что там еще может быть? Может быть, ты? Да. Так, теперь надо здесь найти. Неужели ты? Да. Угу. Так. Ну, вроде все. Хорошо. Отличненько просто. Тут еще что-то все-таки надо им. Я так и не понимаю, что там надо. Ну ладно, вернемся еще. Это портал, так вот откуда приходят к нам войны мрака. Grandpa, no! How do you like that? Tonight. I've waited so long for this moment. No! What are you doing? You'll pay for that. Я думаю,
тут как бы шансов нету, да. Ты вряд ли умеешь отбивать выстрелы, как Геральт. Или, я не знаю, там кого-то еще из персонажей можно взять, но это... Как правило, это считается высшим мастерством — уметь отбивать снаряды, которые в тебя летят. Это надо супер реакция, просто надо немножко предугадывать. То есть они тоже как бы... То есть эти чуваки нормальные, что ли? Я тоже что-то не понял. Вот это интересно. Кисточка, ароматный цветок, желтая фигурка. Капуста. Так. Как их поменять местами? Так, и что дальше? Здесь мы сделали. Кисточка, ароматный цветок. Неужели надо вернуться все-таки? Тут что-то делать. Блин, что с этим цветком сделать? Цветочка этого нет. О, что это такое? Волшебный порошок. Ну, как бы мне от этого не легче. Может. Вау. Вот я вам я вас предупреждал, что эти ребята умеют делать сцены поиск. Вот вам, пожалуйста. Очень даже в тему, необычно, но, по-моему, очень креативно и интересно. Это смотрится как минимум. А мне все нравится. Мы уже преодолели эту планку первого часа, вы знаете, ну, блин. Пока смотрится шикарно. Вот... Для меня здесь идеальный уровень головоломок в такого рода жанрах, то есть чуть сильнее сделай, еще точнее чуть более сложными пазлы сделай, они будут тоже интересны, но уже не для этого жанра, потому что сидеть думать по минут 20 над пазлами я люблю, но не в этом жанре, точнее и в этом жанре тоже, но не для записи. Последняя осталась. Осталась последняя. Где ж мне тебя найти? Вот что ли. Тут где ты, морфинг-объект, друзья? Ну, бог с ним, я даже искать не буду. Хотя вот это вот, кто будет проходить самостоятельно, это дополнительная сложность, это интересно. Так, ключ, цветок. Я так понимаю, это к тому пазлу, да? Так, и что теперь? Ага, надо воспроизвести. Окей. Хорошо, дальше.
магический мир, изоленту взяли и кисточки. Ну, кисточки еще допустимы, но изолента, я думаю, это будет уникальная штука. Так, ну вот это, наверное, начало большого приключения. То есть, возможно, эти войны мрака как бы, ну, не то что плохие там или хорошие, но не так все плохо, возможно. Так, что здесь? Так, красные чернила, палка. Грабер, серп. Слушайте, а может быть надо полить? Кисточка есть. Красные чернила, все как полагается. Так, а я что, не воин брака, что ли? Да, меня что-то недооценивают здесь. Там кто-то есть. Как тебя поймать? Как дам молотком. Синие чернила, красные чернила. У меня две кисточки. Ну просто. А если заклеить эту дырочку, что он там? Не хочет. То есть я тут взял только чернила, получается, и молоток. А, может быть. Вот кто со мной разговаривал. Видите? That bell must be struck with a special kind of rod. You'll figure out the rest. So I wasn't hearing things. You can talk. Who are you? Hello? Еще и не то будет, не переживай. Может быть, специальный инструмент. Я не знаю, а что за специальный инструмент. Так, может так? Не понимаю. Так, давайте поставим здесь краски. Может быть, что-то и случится. Надо наоборот. Чё, ничего не смывается? Твою мать, надо мешать. Ну да. Надо мешать. Готово. Так, стеклянная палочка. Все понятно.
типа сцена поиска. У кусочка мой любимый вид поиска, друзья. Я его просто обожаю. В кавычках. Ух, слава богу. Повезло. Так, у нас есть шлем воина мрака. Наверное, можно пройти. Какие-то слабые стражники. Шлем какой-то левый одел и прошел. Нормально работает. Вот это охрана, я понимаю. Вообще можно не париться. О, тут какие-то даже торговцы есть. Мне кажется, друзья, что не все здесь так плохо. То есть мир как мир. Видите, даже какие-то есть. Well, well. How curious. To what do I owe the honor of this breath of fresh air? Hi, I was wondering if you could help me find someone. He has gray hair and a scar across his eye. Oh, of course. But nothing here is free, you know. Do me a favor, and I'll do the same. I am brewing a very potent concoction that requires the wings of a red-headed silk beetle. Bring them to me, and we'll do business. Mm-hmm. А ты мне разрешишь что-то взять с твоего хозяйства? О, мел. То есть тут еще что у нас? Весы какие-то, гирьки. И все. И можно, надо ей еще майского жука какого-то отдать. Что у нас тут? Не хватает шестерни. Давайте мелом воспользуемся. У нас, наверное, нету. Да, нет понятия, что рисовать, поэтому это не подходит. Надо в правильной последовательности, видимо, побивать. То есть... Фактически что? Я только банку взял? Серьезно? И дальше идти нельзя? Цветок положить, наверное, надо просто. Ну, это было несложно. Держи. Find the one you seek. You must first enter the temple. Хороший совет. But getting there is, let's just say, it's a matter of balance. Ага, ясно. Should you fix this scale, way inside will be revealed. То есть гирьки не хватает, я так понимаю, да, чтобы это все решить. Ясно, вы все более запутали. То, чтобы взять гирьку, мне надо решить пазл. Гирька. Нет, не гирька, да вы вообще крутые, блин. Так, хорошо, а что тогда? Если не гирька... Так, хорошо, я не знаю тогда. Может, решается она с помощью физической силы, эта проблема, нет? Свечку дали. Блин, знаете, где свечки дают, ребята? Да, я не знаю, где мне свечку-то использовать. Помогла, так помогла, конечно. Может, тут что-то? Жесть просто. Я не понимаю. Тут надо рисунок. Понятно, надо положить то, что будет подходить сюда.
Ну зачем мне свечку дали горящую? Знак кому-то какой-то дать, может, надо. Этим-то увольням точно уже без разницы, они меня уже как бы пропустили. Слушайте, я вот серьезно просто не представляю. То есть я какую-то подлокацию, скорее всего, пропустил, я так понимаю. Хм. Что же я пропустил? Ничего нигде нету. Сколько всего? 17 цен поиска, друзья. Мы еще половину не прошли. Да. Я не знаю, что делать. Жесть. Блин, да как так? Да куда я тебе эту свечку всуну, блин? Твою мать, это что, гирька такая, типа из воска делается? Вы серьезно? Так, то есть это тоже не здесь, да? Это где-то раньше используется. Где раньше? Я не понимаю, что он делает, друзья. Я, честное слово, я без понятия, что это такое. Каменная гирька. О. Слушайте, ну это такой, знаете, фэнтезийный прием. То есть мы делаем слепок с воска. Любопытно, конечно. Сказать мне больше нечего. Не сразу понял. Да, так мы все равно ключ-то есть, а толку от этого ключа, если я не знаю, куда его использовать? Где-то должен быть, видимо, какой-то рисунок. Надо ископать еще здесь раньше, я так полагаю. Вряд ли это здесь. Сундук же есть. Что это со мной? Она мне все говорила про дверь от ворот, и я это, чтобы идти в храм звезды, нарисую этот символ на его дверях. Так, и что у нас еще? Копье осталось, да? Осталось копье. Осталось копье. Все, у нас есть что нарисовать. Рисуй, короче. Несчастного приковали к стене, я помогу ему. Всегда успеем всем помочь. Вначале надо разобраться с текущими проблемами, но тут вроде проблем так больше нету. Настоящий Гарольд. Harold. Harold? Harold is the person I'm after. He kidnapped my grandfather. You've been deceived. That man's true identity is Mordecai. He stole my identity to fool the others. Wokak. Others? Do you know him? Do you know my grandfather? Yes. It was the four of us. Mordecai, your grandfather, Jason, and myself. He wants to mend the night world and the world of men into one. А что, мне этот мир нравится? Хороший мир. Это интереснее, чем прошлая часть, вот эти вот пазлы. Точнее, не то, что интереснее, это быстрее решается, как бы несложно, и знаете, такая вот. Рукой смахнул, как бы, и все, и проблема решена, такое ощущение. Так, каменные кнопки. Вот это сцена поиска, друзья, да?
просто жесть. Просто жесть. А вот эти что, вообще никак не совпадают? Нет, смотрите, тоже есть. Вначале надо максимально все остальные порешать. Потом уже... потом уже проверять. Фу. Креативно, креативно. Ничего не скажешь. Даже очень креативно. Так, ладно, поищем пока другие символы. Мне кажется, что не все в центре будет. Сейчас мы, в принципе, уже немножко осталось. Так, 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 так. Не, ну Madhead Games новатор, а что еще сказать? Вот опять же, игрушка... по сюжету не очень интересная, ну, как мне лично. Я не сильно заинтригован этой темой и всем, что происходит. Опять это спасение мира. Какие-то хочется, знаете, каких-то более таких нишевых проблем, более приземленных, что ли, чтобы вот проходить что-то, а не вот все то, что окружает. Как-то я... Стойте, а если в центре что-то собрать надо? Вот, смотрите, здесь же... вот эта фигурка. Ага. Ясно. Вот эта фигурка. Надо найти ей хвостик. Вот еще одна фигурка. Так, и вот она. Так, и осталось еще. Блин, надо перевернуть, получается. Не нравится им в таком виде. Так, осталась вот эта вот какая-то обезьянка или что это такое? Я бы сказал, что вот нет, стойте. А где эта обезьянка? Может, она вообще не здесь? Я что-то заморачиваюсь, вот она. Ну, слушайте, очень креативная сцена поиска. Повторюсь, что, опять же, новаторы, новаторы во всем. Poor Jason was imprisoned in the Vault of Amethyst. It's guarded by a horrible arachnid century. I shudder to imagine his suffering. You must find him. He's the only one who knows how to cross the chasm on the path to the pavilion. Take the sigil of transportation to help you get into the vault. Надо сделать. Ах вы ж, блин, засранцы-то какие. Вот же ж, блин, какие хитрые.
Ну, молодцы, молодцы. Так, кнопки. У нас пока, наверное, там нечем. Давайте вернемся назад. Тут пока тоже нечего делать. Так, тут все, да? Ну, давайте сходим, посмотрим, что там. Старый друг дедушки должен быть там, но как мне открыть дверь? Так, ищем. Четыре, десять, одиннадцать. Всего 32. Наверное, где-то еще столько же примерно. Так. Смотрим, что мы там взяли. Хрустальное сердце, часть игры, цепь. Нет. Может быть, что-нибудь с палкой сделать? Нет. Странно, непонятно, что пока с этим делать. Ну ладно. Что-то мы использовали. Интересно. Бы какие-то кнопки, я бы сказал, не хватает. Вот кнопки у меня есть, ну да. Это внутренний круг. Это внешний. Вот придумали же, слушайте, пазл, да? Пойдет или нет хоть раз? По-моему, нет. А если мы поменяем их местами? Так, там не хватает одного. Так вообще не ставится. И там теперь не ставится. Thank you.
Да. Надо слишком много рассчитывать. Ладно, буду считать тогда. Хотел так решить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Блин, не начал считать. Отвратительно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я что, так посчитал? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тоже 8. Всюду по 8 получается. 1. Нет, еще не 1. 1. Нет, вот 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Всюду по 8. Всюду по 8. Хорошо, что у нас в центре? И надо сделать так, чтобы это 8. Ну, конечно, бы как-то на числа бы разбить, я бы это быстрее решил. В центре примерно надо два раза сделать, мотнуть. Надо все разбить, короче, здесь заново. Абсолютно все надо разбивать. Как-то так. Теперь 1, 2. Уже неправильно. Потом. И они еще в разные стороны вращаются. Так. Теперь так. И 1. Нет, будет не в ту сторону. Проверим. Неправильно. Не, все правильно. Фух, я думал, в голове я неправильно решил. Не, все правильно, значит. Да, друзья, математика — великая вещь. Если можно преобразовать такие вещи, делайте это обязательно. Так. У нас есть цепь, у нас есть каменный нож, у нас есть часть какой-то дурацкой игры. У меня есть подозрение, что эта самая игра, она, знаете, откуда идет? Она идет вот с тех этих... те штучки, которые были вот здесь. Вот здесь, отсюда, мне кажется. Нет? Нет? Вы серьезно? Так, а что у нас тут осталось? Не очень-то понятно пока. И вот здесь я не понимаю, что с этим крюком делать. То есть надо его как-то открутить, вот эту штуку порезать, одеть что-то. То есть все, что не, все, что я не использую, все не подходит. А по сути дела-то у нас-то делать-то больше и нечего. То есть вот это вот место осталось. Вот это вот непонятная штукенция. Тут все. Тут тоже все максимально. И здесь вот это как бы все, и делать-то больше реально нечего. Ах, вот оно как. А вот где крюк, наверное, нужен, нет? А вот и для игры шарик, который надо. Блин, опять эти крутелки. Так, это, ну, вроде бы тут разберусь, как это крутится. Так, сюда, сюда, сюда. Нет, сюда не получится. Ага, все, я... Блин. Я-то решил. Не так. Нет, не уходи. Все, решили. Ну, такие пазлы, друзья, уже, я думаю, все как орешки должны щелкать.
Так, вот, собственно, и часовня. Где-то здесь скрывается жаркий такой плохой и таинственный паук, который даст нам жари. Но, друзья, это будет уже совсем другая история. Это будет уже завтра. Знаете, в завершении, в общем, сегодняшнего прохождения я скажу, что мои ожидания были несколько занижены, и я получил сегодня, ну не то что огромное удовольствие, но получил большое удовольствие от прохождения. Повторюсь опять же, сюжет меня ни в коем мере не заинтересовал, он довольно банален, неинтересен, без какой-то глубины, без проработанных персонажей, да и вообще в этом жанре, я повторюсь, игр таких можно пересчитать на пальцах, наверное, двух рук, где действительно стоящий интересный сюжет, связанный с какими-то другими частями, и есть какие-то вот темы, которые, на которые можно пообщаться, пообсуждать. Там хотя бы «Гиблые в земле». Вот, на мой взгляд, это самый сильный сюжет, который был вообще пока в играх в этом жанре. Но что меня порадовало в этой игре, очень классные пазлы, такие вот, вы знаете, непроходные абсолютно ни в коей мере. Они действительно заставляют подумать и не решаются с наскока. То есть в каждом пазле есть какие-то вот маленькие такие подвохи, с помощью вот, точнее, ну не с помощью, которые заставляют реально думать то, что вот я требую и хочу от этих игр. То есть я понимаю, да, что это казуальная игра, считается казуальный жанр, но тем не менее надо развиваться, и чем сложнее, тем лучше. Если ты сам это все будешь решать, ты будешь получать удовольствие, будешь верить в свои силы и тем самым еще и тем более тренировать свой мозг. Вот, и сцены поиска очень креативные, интересные. В общем, в плане геймплея вообще никаких претензий нету к Mad Hat Games. Все выполнено пока что на отличном уровне. Мини-игры не надоедают. То есть там, ну, по сути дела, получается, есть одна повторяющаяся мини-игра, когда появляются вот эти войны мрака, мы достаем свой меч, и надо найти вот этих два соответствия. Это единственный нюанс, который вот остался. Остальное все пока выполнено на самом высоком уровне. Так что, друзья, посмотрим, что будет завтра. На сегодня все. Большое вам спасибо за просмотр. Играйте только в хорошие игры. Всем пока-пока и до новых встреч.